повышенному вниманию шымкентская принцесса Диана привыкла. И хотя в повседневной жизни Надежда Лукьянова не старается походить на Леди Ди, люди находят определенные сходства и просят сделать селфи. Интерес проявляют не только к Надежде, но и к ее младшей дочери. Девочку нередко сравнивают с внучкой Леди Ди. Речь о принцессе Шарлотте, дочери Кейт Миддлтон. Над этим образом профессиональная швея трудилась 10 дней. Столько же у Надежды образов принцессы Уэльской, и каждая с особым смыслом. Случайное вот это сходство, приобретенное с принцессой Дианой, оно возродило во мне желание и идею создать что-то такое, что могло бы в дальнейшем помочь тем людям, которые нуждаются в помощи. И вот эти 2 месяца создания, творения, мне кажется, идут очень плодотворно и имеют отклик. В повседневной жизни бизнесвумен Надежда Лукьянова – творческий человек. Пишет сказки, картины и делает игрушки. А главное, она счастливая жена, мама 3 детей. С образами Леди Ди ей помогает старшая дочь, а супруг поддерживает морально. Особенно это нравится моей старшей дочери Каролине, которая в дальнейшем мечтает связать свою судьбу с дизайнерством, с модельером, быть модельером, и ей это крайне интересно, да, придумывать, создавать, потом рассматривать, как это все из ничего превращалось в что-то. Надежда – активный пользователь Инстаграма и ТикТока. Шымкентская принцесса Диана занимает благотворительностью. Куркема Сибалиева, Давран Абдиев, Нургельда Садвакасов, информационная служба телекомпании ОТРАР.